Привет, друзья. Привет, друзья. Наш стол а-ля улю. Через 20 минут привезут новый. Привет! Привет! Приезжай стол! Только со школы прям пришли, вот только так. Мы эту машину к нам приехали, да ведь мы за ней бежали. За ней бежали, да? Стол привезли! Стол! Прям за... Мы за ней прям бежали! А Коля в школе не был, прогулялся? Стол на улице! Да, никогда. Уже на улице, да, Вов? На, положи рядом с моим компьютером, Никита. Че, папочек уже собранный? А че, он черный, да? Да, стулья черные, а стол коричневый. Главное, чтобы он прочный был. Да. There was, we only brought five because one of them was damaged, so they're sending for another one. Считай. Лиз, неси сейчас сразу сюда карандаши, ручки, листочки, начинаем рисовать, потом наводим краску, как обычно, вы делаете надписи на низу там, наклейки, клеите сразу, как вы обычно все делаете со столами, так и с этим начинаете. Беречь пока беречь будешь, да? Привет, Сань. Как тебе стол? Как тебе наш новый? Честно, твое мнение. Круто. И кошка здесь сидит. Главное, кошка, да. Если бы не кошка, то стол был вообще никакой. Хороший стол. А если бы хороший. Не кошка решила, какой он, тогда мы бы никогда не решили бы. На картинке он был красивее, светлее. Вот этот прям вообще был такой рыжий. Круто. Круто? Привет, котенок. Привет. Сонечка у нас приболела. Расскажешь, что с тобой? Мне животик болит. Полночи просидела в bathroom. Может быть, дольше. Угу. Медицинского пута бы мне только было 4 часа сна. Тебя не вырвало ночью? Только почти. Все время кричала, не звала ночью. Я больно прибегала было. К ней. Хотела... Все время. Я съела пепту, и потом после этого я съела Тамс. И Тамс помог. И пепта тоже помогла. Коля тоже у нас вчера его вырвало, живот болел. Так, ну что, отправляешь целый день в кровать. А как же мы собирались сегодня дом? Мы сегодня собирались покупки делать рождественские. Ты дома останешься? Ну, может быть. Или с нами поедешь? Я хочу очень сильно спать, и я только в 3 пошла спать. Измучилась. Ты кушать будешь? Или тебе ничего не лезет? Я не голодная. Если захочешь кушать, скажи. Mm-hmm. У нас сегодня суббота, и мы собирались делать покупки новогодние. Вот у нас дети подвели. Mm-hmm. Я, может быть, останусь дома. Окей. Давай ты полежи дома, а мы сейчас скоро повезем Колю в парикмахерскую быстрее постричь. А какая у него подстрижка будет? Я не знаю, он сам не знает, что он хочет. Ну, раньше мы у русских стриглись, теперь сегодня к американке его записала. Посмотрим, может, американка лучше пострижет. Хорошо. Так, ладно, пойду посмотрю, что там мелкие делают. Привет! Привет! Ау! Привет! А я вас застукала. Так, у вас опять беспорядок, дети. О, глянь, игрушки тетя И, которые присылала. Я их сама собирала. Молодец. А мы завтра будем ставить елку? Да, скорее всего, завтра. Но сегодня нам надо сделать кое-какие покупочки новогодние. И вот нужно убрать вон там кучу игрушек, выкинуть и порядок навести. Шкаф убирать, тут сначала будет ужасный беспорядок, потому что мы все будем оттуда вытаскивать. И потом мы будем затаскивать все красиво. Хорошо. Во-первых, переодеться, расчесаться, умыться. Зуб почистила? Почистила. Потом берем кучу пакетов и выкидываем все, во что вы не играетесь. Мы все играем. Ну, во что вы играете? Ну, в лук, может быть, иногда играете 2 раза в год, да? Будете его выкидывать или оставите? Ну, выкинем, потому что это, стрелы потерялись. Все равно у Сони спроси, может, ей нужен этот лук. Если захочет, вдруг она сможет. Киса, разыгралась. Она вот эти вот гоньки нам, ну, все уже пооторвала, на них виснет. Угу. Полюбила эти гоньки, да? Да. Ну что, Лиз? Она сказала, нет, ей не нужен. Что, никому этот лук не нужен? Ну, уже тут краска слезла. Краска слезла. Хулиганишь, кошка?
Я сразу поняла, что я ее снимаю, успокоилась. Мы ей не позволяем вот эту вот мебель царапать, а вот это кресло, она уже, это ее жертва. Смотри, все. В царапинах. Не ведется она сейчас на меня. Лиска там влезла. Батька! А, это папа! Батька! Там Лиска. Батька! Колбаска маленькая. Я взъерошенная вся, разозлилась. Что, ее вытащили из засады? Здесь-то, да? Я даже не смотрю. Ага, разозлилась, обиделась, что ее достали. Характер у нее. Что козлюка кусается? Козлюка. Катаемся. Не бойся, крутой. Она готова даже с вентилятором играть. Она играет совсем с чем, что только видит. С руками даже. Ай, не могу, такая злюка. О, все, не любит на руках сидеть. Так, ну что, будем разбираться с этим кошмаром. Вытаскивай и решай, что там вам нужно и что нет. Так. Я не знаю, эти компьютеры маленькие, детские, на то, что их надо выкинуть. Достань, покажи, он рабочий хоть. Им у нас, я не знаю, сколько лет уже, лет 5 этим компьютерам. Работает. Ну, он нужен? Нужен. Я иногда на нем играюсь. Иногда, когда, раз в полгода? Никита, ты тоже играешься? Ну, оставляйте. В Дженгу вы играете? Дженга? Дженга? Играю. Выцепные реакции. Сейчас окажется, что все это... А, да, выцепные реакции делаете. Сейчас окажется, что вы во все играете, да? Выкидывать надо что-нибудь? Так, электрический этот набор играет, да, Никита? Никита, он играет. Электричество собирать. Вот эти кубики нужны или нет? Короче, все их собирай в пакет и ставим на выходе, и там посмотрим, выкинем, может, кто-нибудь заберет у нас их. Никит, вот этот вот ведро машинок тебе нужно? Конечно, да. Конечно, мы сегодня вообще с ним играемся. Да, машинки каждый нужны. Каждый день играем. Я вот вас все время вижу за планшетами и за телефончиками. Оказывается, вы в игрушки играете. Даже Никита сейчас в планшет играет. Ой, а вот тут у тебя что это? Куча кукол. Я им хвостики сделала. Они тебе нужны? Ну, я хвостики практиковала, сделала. Не знаю, не кубики. Огромное количество каких-то кукол. Мам, и смотри, еще чего-то. Все. Вот эти буквы магнитные нужны? Наверное, нужны, да? Да. Или нет? Да. Нужны магнитные? Да, только у нас нету доски. Этот столик, он его выкидывает точно. Да, выкидывай, Лисочка. Вот эти все куклы, короче, смотри, нужны они старые очень. Угу. Лучше новые купим. Так, все, позовешь, когда на порядок наведешь, окей? Она циркачка. Соня, что-то ты не выглядишь больной. Она уже выстрелила. Мы ее списали с уборки. Я спать хочу, просто сильно. Да? Кто там Коля внизу убирает в ванной в своей комнате? Ох ты! Вот этот цирковой номер. Все, иду. Ну-ка. Это столько на выкидывание. И вот эти выкидывать. А в ванной вы с чем-нибудь квас? Не, эти надо оставить однозначно. Это для ванны. И елочку поставишь у себя ее в комнату. Ой. Так, это у нас кубики вот такие, да, разные. Мы их на гарбич ставим. Вот такие вот скреплялки. На елку забыл. И елку. Надоело, они уже не играют в них. Ты что ж такое? Так.
И вот этот пакет с куклами и с домиками с разными, да? И все? Да. Ну, давай посмотрим, что тут оставила. Так, мне нравится, как она вот это вот все там слаженно упаковала. Герметично. Компактно. Молодец, Лизочка. Так, ну здесь более-менее, да? Ладно. Теперь нам осталось... Здесь. Вот в этом безобразии разобраться. Я уже давно здесь порядок не наводила. И Лиза давно. А-а-а. Так, прям пакет. Бери, Лиз. Все листки не нужны, все книжки такие старые-старые. Английские, русские нельзя выкидывать. Угу. Все, выкидывай. Тетя Ии, привет. Так, дуэт Соня и Киса. Больная Соня и здоровая Киса. Ой, с паровозом играют. Смотри, Киси, как интересно. А мы будем заезжать в Майклс и будем покупать снежинки, наклеивающиеся на стекла, как мы эти для турки, да? Ты тоже хочешь поехать? Я тебя заманиваю на новогодние покупки, а ты никак, да, не соглашаешься? Поцелуй киску на заднем головке. Зритель поцеловали ночью кошу. Так, Соня согласилась на завтрак. Вафельки и кофеёк некрепкий. Короче, мы едем Колю постригать. Едем в русскую парикмахерскую. Если вот на этот раз его опять плохо постригут, то мы туда больше не будем ходить. Оазис? Последний шанс. Это она Оазис. Русская? Да, она русская. Окей. Ой, дорога. Кочка на кочке. Хочу там вдали снять, какая красота там. Какая там красота? А там облака прям так низко. Даунтаун. Супер. Такой вот один из офисов Оазиса, русская парикмахерская. Здесь 4 штуки у нас в Пакене. У всех пользуется популярностью, очень много наград. Но мы вот все время сюда ходим, но скоро, наверное, перестанем, не знаю. Ну что скажете? Вау! Коль, что они с тобой сделали? Слушай, вообще мне понравилось, а в американке стриглись. Наконец-то тебя подстригли под человека. Тебе нравится, Коль? Угу. Я вообще в восторге. Слушай, холодно, да? Круто постригли в этот раз. Мне нравится. Вообще, Коль, у тебя красавчик такой. Мы приехали, а Санька себя лежит. Хочешь посмотреть на Колину стрижку? Ты будешь в шоке. Мне хочется твою реакцию увидеть. Что? Коль, покажешь Соне? Ну как, Соня? Коротко, да? Коля, первый раз такой. Так, у нас настало время обеда. Мы сейчас едим супчик с горяченькими бутербродиками. И поедем по магазинам. Шопинг будем делать новогодний. Кто хочет? Коль, ты хочешь ехать? Угу. Так, пошли-ка посмотрим, что там порядок у Лизы в комнате. Так... Практически порядок, да? Да. А вот это страшилище, это что? Бумаги обычные склеены. А для кого ты такую жуткую красоту нарисовала? Для папы. А что ты отвернулась? Не хочу. Выглядит, что у тебя порядок везде. Все, прибралась. Ну что, едем по магазинам? Угу. Так, мы с собой взяли 2 маленьких Дед Морозов. Покажите Дед Морозы. Вот таких 2 маленьких Дед Мороза. И едем по магазинам покупать кое-что из декораций. Ну, вообще, к Новому году какие-то там всякие. Да, ты меня видела. Облака, да? Так, вот это самый наряженный домик в нашем городе, наверное. Я снимаю, Лиз. Вечером, когда темно, а очень вот красиво. Да. Только наряжает, только устанавливает. Из года в год, лет 10, наверное, или больше, да? Даже больше. У них каждый год что-нибудь добавляется. Так, мы сначала приехали в магазин Майклс. Где Дед Морозы? Мы приехали в Майклс, чтобы посмотреть здесь снежинки на окна. И может быть снег или мишуру. Мам, да мам, ну что тут не купить? Да она плохая, дешевая. Пойдем давай посмотрим снег. Хочу. Купим, Коль, тоник. У нас дома хорошая елка, пойдемте. В углу поставим в тонике. У нас примерно вот как такая, да? Да. Или как может, вот это? Ну, кажется, у нас больше на виду, потому что у нас широк. Вот такой. Это узел. $7 за колокольчик. Ужас.
мы подвешиваем колокольчики сюда, чтобы зайти. Так, смотрите, здесь как красоты всякой разной. Веночки классные. Так. Ленты. Все 70% скидка. Дети, давайте вот такой возьмем снежный, сделаем слайм. Давай. Это пенопластик. И мы можем слайм из этого сделать. Да, классный, красивый. На просто на нашу накинуть. Слайм? На елку? Нет, просто это. Давай посмотрим, что здесь елку. Еще есть. Здесь различные игрушки, а нам нужно мишуру какую-нибудь посмотреть. Смотри, что всякие там? Животные. Дед Морозик. И такие штучки. Фигурки расставлять, да, дома? Ленты, смотрите, какие подарки завязывать. Класс. Смотри, какая красота. Разные виды. Тканевые ленты красивые. Ну, мы их в Коск обычно покупаем. Бантики готовые. Вот мишура, да? Стоит она $10. Она 38 метров. 38 метров? Это огромное. Так, ну что, давайте одну возьмем, потому что у нас дома много есть, и нам немножко не хватает. Вот эту возьмем, да? За огоньками поедем в Walmart. Здесь нам не понравились. Здесь как-то дороговато. Пошли, снежинки поищем и поедем в другой магазин. Ну там нету? Нет, снежинки, они должны в виде плакатов быть. Вот плакаты. Сейчас все вот эти наборы 70% скидка, все игрушки. Представляете, эти огромные, классные. Для собак Рождества. Это собачьего Рождества? Для собак Рождества. Интересно, а сколько? $15 такой сейчас наборчик. О, погоди, не 15. $9 вот такая баночка стоит сейчас игрушек. Ты помнишь, когда в «Доктори» у них такое было? Американцы рядом с елкой ставят такие санки, это декорация. Можно мы купим так сделаем? Ну что ты сказала? Не, не надо, у нас есть старые, мы большие поставим. Ну, я почти не хотел это прикатить. Слушай, какая интересная цена у них. $50 сейчас за $15 санки продаются. А вот эти елочки, гляньте, какие ягодные. Золотой цветок. Ой, какой красивый, такой. Суперский. Мама, смотри, какой этот. Взяла себе. О, как красиво. А вот, посмотрите, классные ветки. Коль, куда ты такую эмоцию делаешь? Мам, вот это выглядит, папа, вот это выглядит, как будто кто-то просто взял золотую grey paint, spray paint, и так и прям туда поставил. Вот эта роза сейчас стоит $2. А посмотрите, какая красота вот эта. Веточки вот эти, как они выглядят? Ну, это те сорняки. Подержи, Лисочка, я посмотрю. Мы летом гуляли, эти те сорняки. А, да. Только очень красивые сорняки. В елку можно вставить, так вниз. В елку? У нее есть ножки. Как будто нога торчит эльфа из елки. Да. Так, вот такие веточки по $5. Это значит $1.50 за веточку. Дети, давайте мне для букета что-нибудь золотистое наберем. Давайте. Вот это. Какую-нибудь вот такую, вот такую. Оно все 70%. Да, и у нас еще капон. Значит, мы давай. Ничего вот не вот эту потратим. Держи. Вот это красивое, да? Да. Так? Так, а хвойные ветки я найду. И игрушки еще, нормально, да? Нормально, да? Да, нормально. Может, что-нибудь еще красное добавим. Мама! Мама! Посмотрите, какие вот эти красивые подержи. Бутоны. Мама! Класс. Так, вот такие ветки маленькие у нас дома есть. Я предлагаю два вот таких красных. Давай, Лисочка, бери, держи. Два красных? Да, два красных возьмем. У нас дома есть какие-то такие оранжевые такие, будет нормально. Хочешь держать? Ты хочешь. Смотрите, шишки заснеженные. Какое вымя все. Смотрите, какая красота, гирлянда. И все 70% скидка. И они еще с огоньками, представляете? Просто вообще красотища. Она сказала, что если мы не найдем в этих рядах, то значит out of stock. Нет наличия. Ты сказала, я грузу. Ладно, в другой день когда-нибудь приедем, посмотрим, может, у них появится. Мама, не-не-не-не. Пойдемте Коля, платить. Коля, иди, мама, платить. Никита, со мной. Мы сейчас едем в долларовый магазин, где все по доллару, и там кое-что еще посмотрим, купим. Я закрою. Короче, здесь в этом магазине все по доллару. Пойдемте. Прямо на входе, смотрите, носки. Значит, там Бугатти. Эти носки. За $1. Там не продается он. Смотрите, носочки для подарков какие классные. Вам что, повесить надо подарки с конфетами, да? Да. Берите. Давай. 4 носочка. Давай. Какие хотите? Хотите Дед Морозовские? Дед Мороз, вот тут носки. Дед Мороз. Ноги Дед Мороза, лица Дед Мороза. Выбирайте 4. Снеговики есть. Я хочу снеговики себе. Вон снеговики. Где? Сними мне снеговик.
Кому еще снеговик? Соня может взять снеговик тоже. Это я вам для конфет рождественских, да? Соня, так, Лиза тебе ногу взяла. Давай Никита, ногу ты ногу или Дед Мороз взял? Давай ногу возьмем. Никита взял ногу. Все, пошли в магазин. Взяли 4 носка? Да. Все, да, пошли. Да. Две ноги, два снеговика. Дайте мне все. Я буду нести. Заходим. А вот всякая декорация, которую я хотела посмотреть здесь. Что-нибудь может на доллар возьмем. Так, подождите, а это куда, как вы думаете, елочки, эти декорации? Ну, можно может быть подвесить. Можно на дверь. На дверь или на стены? Это нужно на дверь. Давайте 4 елочки возьмем разных. Или вот такие игрушки на стены каждому в комнату. Коле, Соне, Лизе, Никите. Мне сразу снеговик. Снеговик, да? Хорошо. Тебе елочку, бери елочку. Нет, Соня елочку. Соня, а вот такой вот, смотрите. Я хочу Кэнди Кейн. Кэнди Кейн хочешь, да? Смотрите, какая Кэнди Кейн классная. Так. Кэнди Кейн с палочкой. У вас общая комната, у вас будет елочка и Кэнди Кейн. Соня там кури. Вот эту? Да. Может, у Сони снеговик, а давай все разные будут. Не, я думаю, что вот такую надо ее взять, Кэнди Кейн. Давай возьмем? Да. Смотрите, здесь игрушечки, вот эти все по доллару. Слабоватые, мне кажется. Они. А вот класс. Вот эти мне нравятся. Коль, посмотри. Это браслеты светящиеся. Давайте упаковку возьмем. Там 20 штук, да? Скакалки? Новогодние? Тебе скакалки? Тебе зачем скакалки? Мам, ну что? Ладно, бери. Нет, ничего здесь. Вот салфетки и скатерти рождественские. Так, какую будем скатерть? Вот такую? Выбирайте скатерть на Новый год. Так, все на разные показали. Коля зеленую выбрал. Не, Коля, у нас тут красную. Ты выбираешь? Ну, со снеговиками, мам, давайте. Снеговик. Мама, Никита выбрал тоже снежинки. Она вообще просто красная. Снежинки не будет видно. А эта, смотрите, вся будет в таких, в этих рождественских узорах. Вот такую, наверное, возьмем, да? Я, да. И салфеточки давайте возьмем. Ну, под скатерть вот такие, но нужно какие-нибудь красные. Никита, давай взять такие, как под скатерть. Под скатерть? Ага, я хочу такие. Смотрите, здесь всякая посуда. Подожди, все, мы в очереди сейчас стоим, платим и едем. Так, дети, я думаю, что в Walmart мы не поедем, и снежинки на окна потом попозже найдем. Ну, у нас еще впереди до Рождества много времени. Walmart мы завтра можем заехать после Костка. Все, мы, короче, решили закончить на сегодня с покупками, устали очень. Да. Потом продолжим. Смотрите, этот дом включил освещение свое. Класс вообще. Может быть, получится приехать, когда будет мороз и снег. Вот тогда будет еще желательно вечером, в ночное время. Это будет красиво. Мы, короче, решили заехать к бабушке с дедушкой, а у них у соседей, посмотрите, что здесь стоит. Целый этот Диснейленд. Смотрите, какая красота. Диснейленд настоящий. Вау. Как вам? Да, кстати, вы оценили эти костюмы у детей? У Лизы свитерочек. Ну как? Отлично. Не успел день начаться. 4:21. Уже возвращаемся темно. Соня там одна, наверное, уже спит. Соня там наконец в облаке. Соня там в балдежке полной. Ну, если там вообще кошка на улице, поэтому ей сейчас никто не мешает. Школа. Наша, правильно, Лисочка. Лиса, она наша собственная. Она не собственная. Устали дети? Да. Очень. Там уже ночь. Да. Завтра будем наряжать елку и будем делать оставшиеся покупки, чего-то нам не хватает. Не только елку будем наряжать, но ее и ставим. Снежина. Да, еще ее и поставим, правильно, Лизочка? Вот. Смотрите, какие соседи, а везде дом. У нас из окна так красиво. Да, и вон там разные страны. И велосипед еще едет, как ночью.
Так, ну а мы заканчиваем наше видео, наверное, да, Никит? Все, больше не будем сегодня снимать. Да. Теперь до завтра, да, дети? Да. Давайте скажем нашим зрителям до свидания. Да. А еще поблагодарим за то, что они смотрели это видео. Да, и лайки. Угу. Лайки, лайки. Поставьте нам лайки. Да. И спасибо, лайки, что смотрели лайки, наше видео лайки, и были с нами. Лайки. Лайки, лайки, лайки. Лайки, лайки. До свидания. В следующем видео мы будем наряжать елочку. Да.